всем пупусики. Мэри Крисмас. С Николаем вас. У нас сегодня тепло. Очень тепло, но тепло показано 9 градусов. Как весна. Очень тепло. И небо ясное. Приехала бабушка нам с дедулей. Полинка осталась с бабушкой, мучить ее. А мы поехали по магазинам. Немного пройдемся. Надо там купить батарейки. В общем, по делам походим. И поедем домой. Вроде, слава богу, в поле все нормально. Вот один раз непонятно, что это было. Я думала, может быть, потому что мы ездили вчера в буфет. Она объелась, у меня там сложено. Так нет, еды не было вообще. Кто там ест, извините. Не было вообще еды. В рыжочке. И даже то, что она там 2 ложки риса с утра съела, его тоже не было. Короче, одна желчь. Что это было? Может, переела и... Переела и не знаю что. В общем, кто-то ее раз вырвало. И, ну как раз, раз за раз 3 позыва у меня было. И на этом все. Поэтому надо уже трошки. Так, в принципе, практически сразу повеселела, говорит, я готова кушать. Пошла там крекер взяла, риса поела чуть-чуть. Там то куснуло, то все куснуло. Вот мы уходили, супа поела. Непонятно, у нас еще куча дел. Завтра четверг. Четверг-пятница. Суббота. У нас дела и небо красиво. И мне надо на английский. Я тут прогуливаю английский. В общем, мне надо уже ехать на английский. А я с Полинкой развлекаюсь. Я не буду ходить в школу, буду сидеть дома. Угу, молодец. Такая рассказала. В общем, будем ждать автобус. Поедем. Носками, да, рукавицами подарочными. Закат. Красивый, да? И вот полоска заката. Мы в Walmart. Чешем в Walmart. Уже время почти 5. Идем в Walmart. Дедуля хочет ботинки зимние. И, наверное, я там все домой буду, но мне надо еще, как обычно, готовить есть. Все как всегда. В общем, я думаю, что на сегодня все. Рассказывать нечего. Оля там вроде все нормально с ней. Надеюсь, все-таки она завтра пойдет в школу. Мы доделаем наши дела. В общем, до новых встреч. О, красивый, красивый. Там он даже розовая полоска есть. Розовая полоска, закат. Красивый. До новых встреч. До новых встреч, пока-пока.